Пикет перед зданием областной думы. Сегодня на Советскую площадь Ярославля вышли представители профсоюзов образования. Активисты выступали за индексацию зарплат работникам образовательной сферы, неучтенным в указе президента. Педагогам дополнительного образования, нянечкам детских садов, школьным библиотекарям, сотрудникам специализированных домов ребенка. Их зарплата не индексировалась с декабря 2012 года. Собравшихся на площади бюджетников выслушали представители фракции «Единая Россия» в областной думе Лариса Ушакова, Ольга Хитрова и Илья Осипов. Депутаты заверили, что в марте вопрос об индексации заработной платы будет вынесен на профильный комитет, и выработанные на нем решения будут переданы в областную думу. Сегодня мы принимаем бюджет во втором чтении, и, наверное, очень правильно профсоюзы делают, что выходят, демонстрируют депутатам свою позицию. Я их абсолютно в этом поддерживаю, и нам в том числе будет проще доказывать правоту своих поправок, которые мы вносим в бюджет.